Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je m'appelle Anastasie Grigoriva, je suis prof de français à Coco École et je suis très très ravie de vous saluer. Et on commence notre leçon de français. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Григорьева Анастасия, я преподаватель Coco École на второй ступени курса с нуля. Я рада вас приветствовать и надеюсь, вы готовы к нашему уроку французского. Сегодня я вам расскажу про притяжательные прилагательные. Я вам расскажу, что это такое, какие бывают виды, формы. Мы с вами даже сделаем несколько упражнений. И я надеюсь, вы наконец-то разберетесь в этой важной теме. Ну что, начнем? On y va? Donc, on commence. Итак, притяжательные местоимения. Что это такое? Перед тем, как дать вам объяснение, я хотела бы сначала, чтобы вы представили себе гипотетическую ситуацию. Возьмем первую. Вы разговариваете с друзьями и описываете своего домашнего питомца. Вы говорите, например, «Мой кот рыжий», а вам отвечают, «А мой серый». В русском языке у слов «мой кот», да, и «мой», а потом дальше серый, да, мы используем одно и то же слово для обозначения кота. Мы показываем, что он мой. Однако во французском языке для вот этих двух слов, одинаковых в русском, мы будем использовать разные слова, потому что они играют разную функцию. Посмотрите, пожалуйста, на первое. Мой кот. После слова мой идет кот. Мой кот чей, да? То есть вот это мой является как бы служебным словом, оно не самостоятельное. И это по-французски называется adjective possessive, притяжательное прилагательное. То есть оно идет всегда с существительным, они ходят в паре, вдвоем. А вот во втором случае, а мой серый, слово мой употреблено самостоятельно, поэтому во французском языке оно является pronom possessif, то есть притяжательным местоимением и употребляется всегда отдельно. Это первая ситуация. Представим теперь вторую. Вы идете, гуляете по Jardin de Tuileries, например, около Лувра, и дует легкий ветер. Ну, а так как вы во Франции, в Париже, вы носите легкий-легкий шарф, он у вас улетает, и красивый француз к вам подходит и отдает этот шарф. Но перед тем, как вам его отдать, он спрашивает, это ваш шарф? И вы отвечаете, да, мой. Так вот, чтобы произвести на него впечатление и правильно ответить, чей же шарф, нам нужен pronom possessif. Итак, давайте теперь посмотрим, как же это будет звучать по-французски. Ну, вернемся к котику. Итак, mon chat est roux. Мой кот рыжий. Et le mien est gris. Обратите внимание, да, специально подчеркнула мой кот, мой. Mon chat, le mien. Форма абсолютно другая. C'est votre char? Oui, c'est la mienne. Тут был mon, le mien, тут la mienne. Что же это такое? И для чего оно нам? Ну, для чего, наверное, понятно. Для того, чтобы не повторяться. Потому что французы очень любят употребляют различные выражения, они любят, их речь очень богата, поэтому во французском языке куча синонимичных выражений. Итак, теперь давайте посмотрим на формы. Какие же у нас есть формы притяжательных местоимений? У нас есть формы мужского, женского рода, единственного и множественного числа. Итак, давайте посмотрим на мужской, женский род. Посмотрите, пожалуйста, по написанию они похожи. Да? В женском роде у нас удваивается n и добавляется e на конце. По произношению мужской род le mien, женский la mienne. Обратите внимание, в первом случае у нас идут носовые звуки le mien, la mienne. Никакого носового звука, звук чистый. Мой, моя. Второе. Твой, твоя. Le tien. La tienne. Его, ее. Le sien. La sienne. В наш, ваш и их
меняется только артикль. Le notre, la notre. Le votre, la votre. Le leur, la leur. Во множественном числе к написанию мы прибавляем s, которое на произношение никак не влияет. Единственное, на что мы должны обращать внимание, это на артикль. То есть mien звучит и там одинаково, но артикль решает, какое это число. Le mien ou les miens. Поэтому будем внимательны. Да? Итак, мои в мужском и женском роде. Les miens, les miennes. Les tiens, les tiennes. Les siens, les siennes. Наш, ваш, их, вернее, наши, ваши, их во множественном числе совпадают. Les nôtres, les vôtres, les leurs. Это те варианты, которые существуют. Итак, давайте посмотрим, чем же обусловлен выбор притяжательного местоимения. Притяжательные местоимения согласуются в роде и числе с существительным, которое замещают. Давайте посмотрим. Се, ся, фия. Это его дочь. Фия. Женский род. Значит, мы будем брать вот отсюда, да? Вот эта вторая колоночка. И его, са, его дочь. Значит, мы должны выбрать форму, которая подходит. И это получается из всех. Вот это мой, мьян-мьен, сян-сян, твоя, сян-сян, его. Соответственно, се ля сян. Это его дочь, в кавычках. Да? Так, и второе, се лёр фия. Лёр, их, да? Поэтому мы и выбираем наше притяжательное местоимение из таблички. Се ля лёр. Обратите внимание, притяжательные местоимения всегда употребляются с артиклем. Также притяжательные местоимения могут стоять как в конце фразы, да, «se la sienne», так и в начале. Например, «se Sophie» – это его дочь. «La mienne est grande» – моя высокая. «La sienne est petite» – его низкая. Чтобы каждый раз не повторять слово «дочь», мы как раз-таки используем это «pronom possessif». Итак, давайте теперь с вами тренироваться. У нас есть 5 предложений. Я предлагаю вам их прочитать. Можете поставить на паузу, прочитать самостоятельно, и мы будем разбираться в функциях каждого притяжательного местоимения. Итак, первое предложение. Ta maison est plus grande que la mienne. Итак, здесь мы употребляем слово la mienne. Почему la mienne? Что оно заменяет? Твой дом больше, чем мой дом. Мы смотрим на слово maison. Maison, une maison женского рода, значит, мы выбираем форму мужского рода. О, господи, мужского, женского, извините. Женского рода. Твой дом больше, чем мой. Мой – это форма mien ou mienne. Второе. Mon frère travaille plus que le tien. Мой брат работает больше, чем твой. Брат мужского рода, значит, le tien. Mes amis habitent au Canada et les tiens en Amérique. Мои друзья живут в Канаде, твои в Америке. Посмотрите, да, как звучит красиво. Mes amis habitent au Canada. А если бы мы не заменяли, у нас было бы et tes amis habitent en Amérique. У нас предложение удлиняется сразу несколько раз. Donc, on continue. Son vélo est tout neuf, le tien est plutôt vieux. Его велосипед совершенно новый, а твой, ну, скорее уже старенький, да? Et cinq. Vos vacances sont en juillet, les leurs sont en août. Ваши каникулы, либо же ваш отпуск в июле, а их в августе. Обратите внимание, да, как красиво звучат эти предложения. Итак, теперь я предлагаю вам самостоятельно
потренироваться. Давайте мы с вами заменим подчеркнутые слова на местоимения притяжательные. Итак, ta jupe est plus courte que ma jupe. Твоя юбка короче, чем моя юбка. На следующем слайде у меня есть ответы на эти предложения. Я вам предлагаю сейчас поставить на паузу, сделать это упражнение, затем включить видео и проверить себя. Прямо сейчас ставьте. Отлично, я надеюсь, что задание вы это выполнили, и теперь я вам могу показать ответы. Итак, ответы перед вами. Можете также поставить на паузу, проверить, а мы с вами продолжаем. Я думаю, что мини-урок подошел к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Он был не очень длинный, но, я думаю, полезный. И в конце мне бы хотелось вам дать совет от себя и совет, которым я пользуюсь сама. Когда вы учите язык, в какой-то момент вам точно захочется все забросить, потому что он кажется каким-то сложным, непроходимым, особенно когда вы учите уже какое-то продолжительное время. Это кропотливый процесс. И всегда, всегда держите в голове перед собой цель. Зачем вы учите язык? Вы проходите, например, какую-то сложную грамматическую тему. Ну, возьмем passé composé. Ну, она довольно-таки... кому-то она кажется сложной, кому-то простой, неважно. Вы сразу представляете себе, зачем вам passé composé? Представьте себе, вы сидите в кафе на летней веранде. Вы пьете кофе за 5 евро. Неважно, у вас есть 5 евро, у вас есть этот великолепный кофе. Вы сидите на террасе, смотрите на сено, наслаждаетесь погодой. Это же правда прекрасно, да? Солнце светит. К вам подходит прекраснейший француз и желает с вами познакомиться. Я сейчас не вру, он действительно подходит и знакомится, проверено на своем собственном опыте. Так что я вам сказки не рассказываю. Это действительно так. Вы с ним знакомитесь, он спрашивает, откуда вы, как вы провели, не знаю, вчерашний день, что вы будете делать завтра. Возможно, он предложит вам составить компанию. А вы знаете и passé composé, и futur proche, и futur simple, и вы все ему прекрасно расскажете. А он расскажет вам, кто он такой и что он собирается делать тоже завтра. Возможно, ваши планы совпадут. Ну, не прекрасно ли? Итак, если вы серьезно настроены учить французский и говорить на нем, мы предлагаем вам прийти на продолжение курса «Французский с нуля». Я веду вторую ступень, интерактивную версию. Мы с вами будем заниматься на платформе Advibe, там 20 уроков, каждый урок построен по схеме, небольшое видеообъяснение, грамматика, лексика, домашнее задание, очень много уроков есть на с автопроверкой, то есть вы сразу видите, много вам придется говорить, записывать себя, это очень важные инструменты для работы. И мы, естественно, будем делиться результатами, я буду присылать в чат какие-то фишки, которые помогут вам усвоить язык, либо же какие-то разговорные фразочки полезные. И этот курс подойдет для того, у кого есть уже база языковая, ну, возможно, в голове какой-то хаос остался. Этот курс подойдет для тех, кто уже прошел нашу ступень курс нуля, кто учил язык, но результата какого-то не чувствует, не видит. И для тех, кто хочет подтянуть произношение, несмотря на то, что это курс А1-А2, мы все равно будем уделять время произношению. И кто хочет подтянуть свою разговорную речь, потому что на разговорных встречах мы будем встречаться и разговаривать. Смотрите, наш поток начинается 26 августа, и за 3 месяца вы сможете многое. Посмотрите, пожалуйста, я это даже на отдельный слайд вынесла, вы сможете, да, понимать
не только отдельные предложения, но и целые тексты. Вы сможете говорить на бытовые темы, и не только на бытовые, это и ваше времяпрепровождение, отдых и так далее. Посмотрите, пожалуйста, вы сможете понимать кулинарные рецепты, расписание сеансов кино, расписание различных заведений. Вы сможете обратиться к доктору, описать свои симптомы. Мы также будем читать много интересных статей, актуальных и так далее. Вы сможете понимать речь, которая обращена к вам, да, в различных временах. То есть мы пройдем passé composé, imparfait, futur simple и так далее. Смотрите, у нас осталось 3 места из 10 на интерактивной версии, так что я советую вам поторопиться. Если вдруг вы сомневаетесь в том, стоит ли покупать курс, у нас 19 августа будет предобучение. Оно бесплатное, оно будет длиться неделю, каждые 2 дня мы будем открывать вам новые уроки. Предобучение проходит на платформе, на той же платформе, на которой проходит весь курс, то есть вы сможете прочувствовать все инструменты, то, как работает платформа, то, как преподаватель, то есть я дает вам обратную связь. Вы ничего не теряете, вы ничего не платите, но вы приобретаете многое. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Я вас благодарю за ваше внимание, за ваше время. Donc, merci beaucoup et j'espère à bientôt.